Всем привет! С вами канал AlexDN Pro, и сегодня мы проведем битву с еще одним легендарным боссом. Давайте возьмем этого копченого. Джестер ухмыляется со своей книгой монстров. Но ничего, добро побеждает зло всегда, во всех сказках и историях. Итак, у нас отличный набор сил, которые дают нам как восстановление, так и мощную силу удара. Итак, Малдрон против Клея. Ну, я думаю, вы уже догадались, кто победит. Нам предлагают улучшить силы. Нам это ни к чему. Наш Клей очень крут. Хотя Малдрон выглядит весьма устрашающе. Грозный соперник. Наш герой появился. Ай, чуть не убил себя. Хе-хе. Но это так и было задумано, вы ж не подумайте. Он ж не хотел себя убивать. А, стена огня! Нет! Это ловушка! А теперь будет больно, сказал Малдрон. И сейчас ощутит силу моего меча у себя на харе. Бах-бах-бах, ай, так нечестно, вы видели, он бросается большими камнями. Так, а теперь где он? Хо, ничего себе, какой хитрец. А ну, получи дракончика. Ха-ха. Ой-ой-ой. Ну, я уже научен опытом, да? Не попадаясь на эти уловки каменные. Шипы прям, да, такой я типа взял вот и прям прыгнул на эти шипы. Так, а ну давай сердечко ему сейчас поддадим жару. Где он? Ага, опять спрятался. Так нечестно. Прятаться. Так, собираем сердечки. Пришло время восстановить здоровье. Новые шипы и новый дракон. А теперь сделаем еще запретную силу в волчий голод. Спрятался, да, Малдрон? Так, а ну иди сюда, мой дружочек. Огненный поднимает столбы огня. Стены. А ну еще раз дракона. Ну, видимо, огонь его не сильно бьет, потому что он сам, как вы видите, лавовый, да? Так, сложный противник, но, если честно, как бы, Випарелла была вроде посложнее даже. Так, эх, насобираем сейчас сердечек. А давайте, знаете что, а давайте сейчас последний удар сделаем вот такой вот, смотрите. А ну иди сюда, сюда я сказал. Не хочет. Так, на, получи, негодяй. Но сильный удар был в конце, да? Скажем так, завершили битву героическим ударом. Вот это сундук так сундук. Давайте посмотрим, что там выпало. Получили уровень повышен. Вы знаете, что при получении нового уровня силы ваших героев возрастают? Так, а ну-ка, это читаем. Вот для Клея мне вот как раз маски нужны, да. Это хорошая, хорошая так. 4 из 4 обязательно сейчас улучшим. Не переключайтесь. Ну и вот на нашего Ланса. Но Ланса я пока не сильно улучшаю. Вот. Я в основном использую Клея во всех битвах. Хотя Ланс, у него тоже есть свои интересные способности. Итак, давайте улучшим броню. Видели, да, такие наплечники теперь у него стали. Прям со светящимися камнями, да, или что это у него такое? Светящийся металл. Круть вообще. Так, осталось только меч нам улучшить уже, да, до 3 уровня, чтобы у нас Клей стал весь 3 уровня. Как вы видите, добавится тогда 8 удачи и 36 урона. Отлично. Ну что ж, на этом пока все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. И подписывайтесь на наш канал. Пока-пока.